Всем привет! Срочная продажа в районе Махмутлар. 2 плюс 1 с отдельной кухней по очень хорошей цене. Почти вторая береговая линия. До моря, дорогие зрители, 100 метров максимум. Находится квартира между улицей Барбаросса и первой береговой линией. Продается мебель, уже можно поменять. В будущем, если захотите. Гостиная большая, как минимум 25 квадратных метров здесь. Трехкомнатная. Тут балкон. Вот у нас море за этим зданием. Сторона здесь юго-западная. Проект пятиэтажный, квартира находится на пятом этаже. Большой балкон. Кондиционер новый, инверторный Арчелик. Холодильник. Уже устал. Bosch. Телевизор Philips тоже старый, двери старые. Так, здесь отдельная кухня. Посудомойка фирмы Арчелик, холодильник еще дополнительно Регал. Мраморная столешница. Проекту где-то 20-23 лет между ними. Тут санузел первый, Алатурка. Можете потом поменять, поставить нормальный унитаз. Большая прихожая и коридор. Первая спальня. Тут второй балкон, также видно немножко горы, но на соседа здание смотрит. Зато у моря, недалеко от моря. В будущем, если это здание пойдет под снос, не знаю, через 10 лет, через 15 лет, это очень хорошая инвестиция для вас, так что инвестируйте. Спальня где-то 12 квадратных метров. Тут у нас санузел второй с душевой кабинкой. Ну, надо потратиться сюда где-то 500 или 1000 евро, будет квартирка для жилья. Но здесь уже живут. Кондиционер Арчелик. Поменять нужно кровать новую, матрас. Так, бассейна у этого проекта нету, есть ухоженный сад внизу, айдат 100 лир. Лифт работает, лифт тоже я сейчас сниму. Цена этой квартиры 70 тысяч евро, 2 плюс 1. Почти вторая береговая линия. Никакой скидки, окончательная цена 70 тысяч евро, срочная продажа. Звоните, пишите, плюс 90 555 064 91 10. Это район Махмутлар. Рядом есть вся инфраструктура для жизни, тоже центральная часть Махмутлара. Я сейчас покажу вам блок, лифт, и потом ставьте лайки и комменти. Так, отключим свет. Закроем двери. На коридоре у нас 4 квартиры. Ага, крайний этаж. Вот такой лифт. У меня появляются срочные продажи, но они быстро уходят, так что или приезжайте в Алании с деньгами, звоните и быстренько решим вопрос с поиском недвижимости в Алании. Также виллы, кого интересуют. И под гражданство, и просто по хорошим ценам. Поедем на месте, все посмотрим. Так, вышел я из лифта. Я показываю лесенки, что пандуса нету. Вот. Такое здание.
ухоженный сад. Тут открыта парковка, беседка, зона барбекю. Розы, цветочки. Ага. О. И улица Барбаросса. Если так выйти к морю, здесь 70 метров. Я машины вижу отсюда. Вот так пройтись. Все, дорогие зрители, до связи.